Уже завтра на домашнем паркете спортивного комплекса «Центральный» МФК «Тюмень» начнет борьбу за Кубок России по мини-футболу. Этот финал в новом своем формате для подопечных Николая Иванова станет пятым в истории клуба. Но победить в решающей встрече сибирякам еще никогда не удавалось. Статистику все равно нужно переламывать. Будем все, я говорю, отдавать все силы, так что не надо на это тоже как-то нам смотреть и думать, что у нас какие-то были там удачи. Нужно идти только вперед и писать новую историю также для нашего команды, для нашего города. Команды начнут борьбу за титул с полуфиналов, победители которых и оспорят заветный трофей. Турнир откроет встреча «Синары» из Екатеринбурга и «Норильского никеля». Гости из Заполярья заменили в кубке «Самарская Динамо», которая объявила о досрочном завершении сезона из-за финансовых проблем. А вот соперником тюменцев станет «Газпром Югра» из Югорска. Клубы встречались в финале год назад. Тогда черно-белые проиграли в обеих встречах 0-7 и 2-6. Буквально месяц назад с ними играли тур, и в первом круге играли. В принципе, игра у них, схема не поменялась, да, и добавились некоторые новые игроки. Но последний тур даже в Норильске смотрели как бы игры и отслеживали, какие принципы, какие что у них там взаимосочетания. Поэтому друг друга знаем, но единственное, что где-то, да, у нас состав чуть может изменился, что у них там кто-то добавился, но в принципе друг друга команды хорошо изучили, знают. Матч за третье место и кубковый финал пройдут в воскресенье 20 марта. Прямые трансляции смотрите на телеканале «Тюменское время». Начало игр в 14 и 19:00 соответственно.